Впереди главный старт. В начале марта юный белгородский фигурист Тимофей Сергиенко выступит на первенстве России в Саранске. Путевку он завоевал благодаря январской победе на зональном этапе. Сейчас 10-летний талант усердно готовится со своим тренером к важнейшему выступлению сезона. С перспективным спортсменом познакомился Сергей Шрамко. Уже в 10 лет он точно знает, чего хочет достичь. Для Тимофея Сергиенко, воспитанника Белгородской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта, фигурное катание – неотъемлемая часть жизни. На лед он встал в 3 года, а уже с 4 занимается со своим тренером Аленой Лутай, мастером спорта международного класса. Вы не представляете, сколько мы пережили с ним. Почему? Потому что мальчик очень чувствительный, любвеобильный, так скажем. И поэтому слез было столько за его 10 лет, я не знаю, больше, чем у кого-либо за 30. Тимофей Сергиенко, пожалуй, самый талантливый юный фигурист в нашем регионе. На лидирующих позициях он и во всем Черноземье. За плечами Тимофея призовые места на различных всероссийских турнирах, в том числе и на Кубке Мишина. Причем часто в соперниках фигуристы старшего возраста. Такие результаты для белгородского фигурного катания сейчас редкость. Большинство юношей еще на начальном этапе вовсе оставляют фигурное катание, выбирая хоккей или другие виды спорта. В его возрасте не было мальчиков, и нам приходилось перескакивать через разряды и ездить далеко-далеко на соревнования, чтобы он хотя бы поимел соревновательный опыт, потому что здесь он был всегда один. Девочек, конечно, сложнее. Если у мальчиков на соревнованиях, там, грубо говоря, 15-20 на больших соревнованиях, то у девочек доходит и до 40. То есть борьба сильная, за Москвой не угнаться, все равно пытаемся. Белгородский талант тренируется ежедневно по 3-4 часа. В этом сезоне вместе с тренером и хореографом оттачивается новая короткая программа под зажигательную песню Элвиса Пресли. До совершенства доводится и произвольная программа. Ее Тимофей исполняет уже 2 год под более строгую музыку. Она, как отмечает бессменный тренер, подходит фигуристу по темпераменту. Оба выступления насыщены тройными прыжками и другими сложными элементами. Несмотря на такие нагрузки, Тимофей успешно учится в школе. Но, признается, нередко приходится отпрашиваться с уроков, чтобы не опоздать на лед. В школе учусь без троек, но 4 есть. Физкультура – нелюбимый предмет, мой любимый предмет – математика. Уже 3 марта стартует первенство страны. Главное состязание сезона для белгородского фигуриста. Опыт соперничества с обладателями первого спортивного разряда и кандидатами в мастера спорта должен дать свои плоды. В прошлом сезоне на таких крупных соревнованиях Тимофей был близок к 10 сильнейших. В этот раз есть все шансы попасть в 6. Готовлюсь уже не просто, с двойными силами готовлюсь, чтобы лучше откататься. Я только начинаю свои спортивные шаги, я много смотрел чемпионатов мира, Европы. Но моими кумирами остаются тренера Алена Владимировна Лутай, любимый хореограф Оксана Евгеньевна. Я хочу только идти вперед и оставаться в фигурном катании. Сергей Шрамко, Виталий Петренко. Новости мира Белогорья.